Кызылорде стартовал открытый республиканский рейтинговый турнир по тоғызқұмалаху имени государственного общественного деятеля Налькожи Иргишпаева. Налькожа Иргишпаев был родом из аула Бірлік Жаңақорғанского района. Прошел большой трудовой путь от простого рабочего до председателя Сырдарьинского райисполкома, первого секретаря райкома партии. За вклад в социально-экономическое развитие региона был дважды награжден орденами Ленина, трудового красного знамени многочисленными медалями. В регионе чтят его память. Ежегодно проводится турнир по национальной игре тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ развивается, растет интерес к нему. Сегодня в регионе тоғызқұмалақом занимается свыше 10 тысяч кызылординцев. Наши спортсмены на чемпионате мира в прошлом году завоевали 2 золотые, 2 бронзовые и 1 серебряную медали. На чемпионате Азии 2 золотые, 1 бронзовую медали. Всем участникам турнира желаю победы. 16-й турнир собрал 350 спортсменов со всей страны. Собрались ведущие спортсмены республики, заслуженные мастера спорта международного класса. И в этом году первый раз проводится новый формат. Турнира, турнир чемпионов. Лучшая двадцатка рейтинга участвует на этом турнире. То есть по итогам этих рейтингового турнира они набирают рейтинговые очки и, соответственно, улучшают свои позиции в рейтинге. Это им дает участвовать на таких рейтинговых турнирах, соответственно, стоять выше на чемпионатах Казахстана. Потому что чемпионаты Казахстана у нас рейтинг влияет на жеребьевку. Чем выше стоит спортсмен в рейтинге, тем лучше у него стартовая позиция. Отметим, школа области по игре в тоғызқұмалақ является одной из сильнейших. Лидирующие позиции в рейтинге занимают наши земляки Бексултан Бостандыков и Хакимжан Ирусинов. Десятикратная чемпионка мира Асель Далиева тоже воспитанница казахстанской школы. Итоги турнира будут оглашены 6 марта. Галымжан Жумназар, Баужан Кожамуратов, Еркебулан Шокенбаев, телеканал Кызылорда.